Цветы, подарки, поздравления и слезы счастья. Труженица тыла, ветеран труда и вдова ветерана Великой Отечественной войны Клавдия Степановна Шашлыкова в Международный день пожилых людей отметила 95-й день рождения. Клавдия Степановна, доброе утро. Я хочу вас поздравить. Не вставайте, не вставайте. Значит, тяжело. Спасибо большое. С днем вашего такого хорошего, волнительного дня. Сегодня даже двойной праздник. Ой, спасибо большое. Вас тревожили все первые, значит. Ну и поздравляет вас с днем рождения президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы не стали открывать, поручение есть. Соответственно, от всей души вручаю. Откроете, прочитаете, значит. С двойным праздником Клавдию Степановну поздравляют первые лица и самые близкие. У нее двое детей, трое внуков и трое правнуков. Родные считают секретом долголетия Клавдии Степановны ее трудолюбие и активный образ жизни. Без конца движется. С клюшкой, ну движется, движется, да, да. Если бы она лежала, я думаю, ее бы уже не было живой. Клавдия Степановна родилась в Порецком районе. В Чебоксарах живет с 43-го года. Работала учителем начальных классов, администратором столовой, бухгалтером кондитерской фабрики «Аконт». Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В свои 95 лет с удовольствием слушает песни молодости, которые вызывают улыбку на лице. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Топали, 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 топали